Приветствую вас, уважаемые зрители, подписчики моего канала и гости моего канала. Пришла мне очередная посылочка от друга, и посмотрим, что в ней. Сразу хочу, друзья, сказать спасибо за голосование, которое я объявлял. Спасибо, что голосовали, не остались безучастны. Вот, теперь я знаю, какую модель большинство хочет, чтобы я построил в будущем. Но так как я предупреждал ранее видео, что если мне придет модель КамАЗа и Тигра, то я их начну в первую очередь. Вот мне друг прислал посылочку. Но, как видите, на коробке нарисовано не то, что лежит в самой коробочке. В коробочке лежит долгожданный мною КамАЗ и литники от Тигра. Тут колеса от Тигра и от КамАЗа. Друг у меня любит пошутить. Как бы прислал в коробке от Т-62 сразу и КамАЗ, и Тигр от Звезды. Вот. Так что приступаю к сборке КамАЗа и Тигра. Наверное, буду делать их одновременно. Но, как я говорил или кому-то писал в комментариях, многие знают из моих подписчиков, что с Тигра я хочу запилить пикап. Вот теперь только осталось разобраться, где какие литники. И разложить их по отдельности. Вот. Так что я почему объявлял голосование? Потому что думал, что эта посылочка мне придет в конце месяца. А у Миши получилось отправить ее раньше намного. Поэтому я очень рад такому повороту событий. Так что начинаю уже сборку КамАЗа. Что буду показывать видео. Может, более подробную сборку показывать не буду. Но буду говорить про то, что мне понравилось, что не понравилось. Ну, и показывать интересные моменты. Спасибо, друзья, за просмотр. Ждите следующих видео.